Всем привет! Сегодня хочу вам представить обзор опасной бритвы Стиз Экстра. Вот такой футляр, родной. Вот такая бритва. Бритва Экстра Стиз. Очень знаковая бритва советского периода. Чтобы вы понимали, сразу приходит на ум, это бритва Стиз Экстра и Вача гравюра или подарок. Очень качественная бритва, так скажем, высший класс из советских бритв. Бритва обычная, 5 восьмых. Вот 4.1 обушок, 17 миллиметров, советский пластик, вот оправа сделана, такой дешевенький, но дело не в ней, дело в самом клинке. Хорошо точится, хорошо правится, вообще никаких претензий. Долго искал эту бритву в нормальном состоянии. Купил за хорошие денежки. Бритва с историей. Вот купил его как раз сегодня День Победы. Купил у товарища, значит, дед фронтовик был. И это подарок друга. Он его хранил всю жизнь. Вот. И внук вот ее мне продал. Вот. Бритва, так как была подарок, практически она не использовалась, просто была заточена. Мне пришлось ее поточить и выправить буквально совсем немного. Острота просто бешеная. Вот, самурайский меч, можно сказать. Бритва Экстра полностью оправдывает свое название. Шикарнющая бритва. Если такие кому попадутся, не раздумывая, берите. Бритье такое же там на высоте, как у столичной, просто бритва поет. То есть на волос там не вопрос. Проходит хорошая сталь. Все просто замечательно. Рекомендую. Покупайте, пользуйтесь, получайте удовольствие. Всех благ вам, пока.